стенах Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени барона Штилица состоялась торжественная передача отреставрированной иконы Николая Чудотворца. Святыня будет возвращена в храм Казанской иконы Божьей Матери, что в поселке Вырица Ленинградской области. Мероприятие прошло в Большом выставочном зале Академии и было приурочено к 1 сентября. Звучали напутствия на новый учебный год, поздравления и обещания. Среди приглашенных гостей был председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Здесь студенты являются настоящими патриотами нашей культурной столицы города Санкт-Петербурга и нашей с вами России. Кульминацией стала передача иконы святителя Николая Чудотворца представителям храма Казанской иконы Божьей Матери в Вырице. Епископ Гатчинский и Лужский митрофан сказал напутственное слово и поблагодарил работников Академии за проделанную работу. Дорогие преподаватели, студенты, братья и сестры, всех вас сегодня поздравляю с большим и, наверное, очень важным государственным праздником, праздником День Знаний. Основной причиной визита является сегодня передача иконы святителя Николая, которая находилась и будет находиться в Казанском храме поселка Вырицы. В 2008 году икона была в плачевном состоянии. Понадобилось 7 лет на ее восстановление. Научным руководителем реставрационных работ стала Татьяна Поцелуева, член Союза художников. И мы с радостью откликнулись на такой подарок, как говорится, потому что такой красивый объект и такая сложная реставрация нам как раз для обучения. Это сложнейшая работа была, поэтому она у нас растянулась на 7 лет. Александра Зубецов выполнила наиболее кропотливый этап реставрации. Я, кстати, конечно, безусловно, сроднилась, но на самом деле очень рада, что она наконец-то возвращается на свою историческую родину, потому что, ну, как бы, любая вещь, она должна в итоге начать жить заново, потому что то, в каком виде она поступила, это, конечно, ни в сказке сказать, ни пером описать. Икона написана в монете 18 века, однако проведенная экспертиза установила, что создали ее в начале 19-го. Как именно она попала в Казанский собор, доподлинно неизвестно. На оборотной стороне иконы есть такая дарственная табличка, если так можно выразиться, где говорится следующее, что вот эта икона преподносится на молитвенную память протоиерею Иоанну Никитину от епископа Нарвского Сергия Дружинина. Эта надпись могла быть написана не ранее 1924 года. Именно тогда Сергий Дружинин стал епископом Нарвским. В ближайшие дни икона будет установлена на историческое место. Поклониться святителю Николаю сможет любой желающий. Среди выпускников Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени барона Штирлица есть как реставраторы, так и художники-монументалисты. Без их помощи не обойтись при реставрации церковного наследия. Дай Бог, чтобы из тех, кто сегодня переступил порог этого учебного заведения, выросли настоящие специалисты своего дела.